Опана, салам алейкум, братанчики. Чтобы вы понимали, сегодня я решил показать вам новый секретный способ заработка на нашей Black Russia, о котором еще никто не знает, и по нему вы сможете поднять просто дофигищу бабла. Короче, не будем тянуть, мы приступаем. Но подождите, если вдруг вы хотите поиграть на Black Russia вместе со мной, то просто скачивайте игру по ссылочке в описании. Обязательно залетайте на сервер Crimson. После захода вводите секретный промокод хэштег Bestic. И чтобы вы понимали, ведя его, вы получаете скин бустера, аксессуара, кулу, вип, голд, а также вот такой вот роскошный Rolls-Royce Phantom совершенно бесплатно. Ну а также сейчас у вас на экране высвечивается победитель на 3000 донат рублей на любом из серверов Black Russia. Если ты также хочешь получить бабки, то просто подпишись на этот канал, поставь лайк, напиши огромное количество комментариев. Итоги, как всегда, будут в следующем видео. Ема, ребят, ну сейчас я вам реально завидую, потому что этого способа не показывал еще никто, и по нему даже обычный новичок за час может стать реальным миллионером. Короче, не будем лить воду, мы приступаем. Давайте изначально представим ситуацию, то что я обычный новичок, который только что зашел на сервер, и что же мне нужно делать? Первым делом я вам советую ввести команду slash promo, нажать на активировать промокод. Первым делом мы вводим промокод хэштег 18k, который выдает нам 4 единицы опыта. После этого мы вводим промокод хэштег June16, который выдает то же самое. И вы прикиньте, введя два этих промокода, мы сразу же получаем второй уровень, но это еще не все. После этого вводите мой личный промокод хэштег Bestic. И введя его, вы получаете скин, аксессуар, випку, ну а также тачку. Это все бесплатно. Также имеется новенький промокод хэштег U22, который выдает вам вот такие вот бомбезные бонусы. Ну и последний промокод — это хэштег 900k, который выдает вам также очень крутые плюшки. Сейчас, ребят, введя все 5 этих промокодов, мы имеем скины, аксессуары, тачки, но у нас до сих пор нету денег. И где же их получить? Во-первых, вы можете подлететь к квестам для новичков. Тут у нас имеются задания, выполняя которые вы получаете бабки, а также опыт. Также у нас имеется Black Pass, в котором имеется огромное количество заданий. Большинство заданий, но очень легкие. Допустим, посетить здание правительства, и за это вы получаете 3000 рублей. Мне кажется, это нормально так. Сейчас нам нужно будет арендовать скутер, ввести команду slash GPS, тут найти новогоднюю деревню и отправиться в нее. Тут нас встречает вот такая вот новогодняя елочка, возле которой красуется вот этот вот Дед Мороз. И нам нужно к нему подойти. Он предлагает выполнять нам новогодние квесты и за это получать бабки, но в принципе почему бы и нет. Сейчас мне просто по меткам нужно собрать 5 подарков. Первый подарочек есть, второй тоже забираем, третий забрал, четвертый, ну а вот и пятый. Теперь нам нужно стартовать к Деду Морозу. Сейчас мы к нему подбегаем, и за это он дает нам целых 5000 рублей. Таких заданий у него просто дофига, поэтому вы можете все их выполнить и заработать неплохое количество денег. Но самое главное, ребят, в новогоднем ивенте — это вот этот вот Деда Мороза, а именно мини-игры. Сейчас мы подходим к вот этому вот домику и тут нажимаем на кнопочку взаимодействия. Как вы видите, тут имеется мини-игра кража подарков, и это как раз таки то самое, что нам нужно. Сейчас мы сюда залетаем. Я просто в офиге, насколько тут много игроков в очереди. Чтобы вы понимали, залетел я сюда буквально секунд за 5. Чтобы вы понимали, в этой мини-игре имеется две стороны, а именно это вор подарков, то есть сейчас это я, ну а также у нас имеются челики, которые должны будут вас догнать и сломать вашу машину. Сделать они будут должны это всего за 5 минут. Но, ребят, чтобы вы понимали, у нас имеется огромное преимущество, то есть эту машину, ну, очень сложно сломать. И в основном мы будем всегда выигрывать. Как вы видите, я отыграл буквально секунд 30, и я сразу получил 15000 рублей, 3 новогодних подарка. Короче, ребят, вот так на изи вы можете зарабатывать бабло. Ну, а также у нас имеется новогодняя елка, с которой вы сможете заработать бабок. Давайте для начала мы откроем подарочки, из которых нам выпадают бабки, ну а также игрушки. Игрушки нам, ну, очень важны. Сейчас мы наряжаем нашу елочку. Как вы понимаете, нам нужно собрать ее абсолютно всю. И чтобы вы понимали, собрав елку второго уровня, вы получаете 50 тысяч, 10 подарков, а также один уникальный аксессуар. А если вы соберете третий уровень елки, то вы получите 100 тысяч, 10 подарков, а также еще один уникальный аксессуар.